спортивным новостям. Готовятся установить новый рекорд. Полсотни любителей активного образа жизни соберутся в День металлурга, чтобы отжаться максимально возможное количество раз. Инициатором проведения такого марафона выступила организация «Первоуральск. Город чемпионов». Марафон пройдет 15 июля на площадке инновационно-культурного центра. За один час спортсмены должны отжаться рекордное количество раз. Все результаты жюри будет суммировать. Причем по правилам марафона упражнения могут выполнять только два участника одновременно. Для мотивации «Город чемпионов» предлагает активистам не только установить рекорд города, но и победить самого себя. Каждому первоуральцу, который в течение часа сможет отжаться 150 раз, организаторы подарят фирменную футболку. Этот рекорд станет третьим для нашего города. Ранее спортсмены уже собирались на марафон подтягиваний и жима от брусьев. Тогда за один час им удалось подтянуться более 2500 раз и более 5000 раз отжаться на брусьях.